Гостей из Ленинградской области встречали у здания исполкома. За теплым приветствием и знакомством с первыми лицами Бобруйска последовала экскурсия по аллее городов после посещения художественного музея. Здесь депутатам из «Братской России» рассказали о творчестве бобруйских мастеров и об их большом вкладе в культурное наследие страны. К слову, Могилевская область в рамках визита в Беларусь была выбрана не случайно. Безусловно, достаточно много точек соприкосновения между той же Ленинградской областью и городом Бобруйском. И мы, конечно же, рады встретить их и показать именно те базовые и основные моменты, которые связаны с городом Бобруйском. Главная цель посещения Бобруйска – обмен опытом и знакомство с местным самоуправлением. Кстати, Ленинградская область сегодня – это динамично развивающийся край, где проживает около 2 миллионов человек. Он входит в пятерку наиболее привлекательных инвестиционных регионов России. Передовые отрасли здесь – энергетика, машиностроение, сельское хозяйство. Наша цель не только культурный обмен. У нас давно связывают и экономические связи. Вот мы очень успешно работаем и в области сельскохозяйственного производства, промышленного производства. И у нас каждым годом увеличивается товарооборот между Белоруссии и Ленинградской области. Важным пунктом экскурсии по городу стало возложение цветов к легендарному Т-34 на площади Победы. Дальше по программе посещение краеведческого музея, промгиганта Белшины, 34-й школы и водоканала. Впечатления от визита в наш город у российских депутатов остались самые положительные. Безусловно, уже сразу сложилось впечатление, что город Бобруйск – это город, где живет очень много замечательных, талантливых людей, художников, писателей. И, конечно же, здесь живут очень активные люди. Сразу понимаем, что вы любите свой город, что делаете все, чтобы развивался и промышленность, и хозяйство. И, конечно же, понимаем, что вы хотите, чтобы ваши люди жили лучше. Не исключено, что вслед за посещением Бобруйска последует ответный визит руководства исполкома в Ленинградскую область. К слову, город Луга уже подписал намерение об установлении побратимских связей. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.